Всем привет, дамы и господа, с вами Неломок, мы играем «Привет, сосед», «Hello, neighbor», это у нас мод «Hello, Patterson» называется он, и я тут нашел один файлик в игре, называется он «Пролог», то есть «Пролог» это у нас вступительная часть вообще-то, надо было, наверное, с нее и начинать, сейчас посмотрим. Мы появились в каком-то, какой-то кафе мы зашли, тут какие-то дома большие, я не знаю, что это все значит, может быть, мне надо было с этого все начинать? Ну, ух ты, это же Стив? Нет, это не Стив, но это какой-то человечек из Майнкрафта, по-моему. Мы как будто бы в какой-то приемной, правда же? Видно, что не до конца немножко у меня прогрузился мод. Ну, что ж поделать-то, как уже загрузился, так уже загрузился. Что тут, какие-то помещения, какая-то, какой-то... О, ключи, слушайте, желтый, два каких-то синих очки. Место для какого-то рабочего, судя по всему, и фигурка у него стоит. Ладно, идем дальше, посмотрим. Мы потом вернемся туда, на то место, где мы остановились. Значит, там играли мы. Посмотрим, что там нас ждет дальше в подвале. Но мне охота тут еще этот пролог поглядеть. Что же тут нас... Что же тут такого пропустил? Так, тут я могу прятаться, это я знаю. Хорошо. Это ничего не поднимается. Все разрушено, разбито. Вот есть дверь. Она даже не нажимается. Замок какой-то есть. Есть, тоже не открывается... Как-то не работает, только музыка играет приятная, и все, больше ничего такого как, пока что полезного не нашел. Тоже не открывается, тоже не открывается. Так, даже нельзя на не... Ой! Кто там? Кто-то стоит. Ты что тут забыл, а? Ты, чудик. О, что? Это ловушка! Что произошло? Холодильник, что это? Открывай, что в холодильнике? Это была ловушка! Меня обманули! Ну, как всегда. И что теперь? Я вижу какая-то решетка. Решетка. Кто-то идет, что ли? Наверх, на холодильник. Дергай за лампочку. Ждите, как мне сюда выбраться теперь? Я не понимаю, зачем меня сюда забросили? Где я? Я в какой-то ловушке. Под подушкой что-то есть? Я не знаю, я в заперти, и никто меня не хочет этот открыть. Я не могу никак на это подействовать, чтобы это как-то взломать. Может, там что-то как-то надо через щель? Я тут застрял, причем напрочь. И что тогда делать? Холодильник, что в холодильнике? Молоко, пакетик, суши. Ну, хоть с голоду не умру, слушайте. Так, ищем вариации какие-то. Бросать сюда. Бум. Сюда верхнюю часть. Бум. Еще раз. Бум. Ничего не происходит. Выпустите меня отсюда. Эй. Жулики. Конкретно. Нет, какой-то должен быть вариант, чтобы дальше как-то развивались события. Я не пока... Лампочка отсутствует, но свет горит. Интересно. Отпустите меня. Отпустите. Меня не отпускают. Я не знаю, что это все значит, но, по-моему, мы тут застряли. И причем конкретно. Так, что-то сбоку, может быть, на стенах что-то есть. Какой-то рычаг, что-нибудь. Что-нибудь. Нет, меня просто заперти, держат как будто бы, и все на том. Холодильник, свет. Может, здесь что-то есть? Нету тут ничего за холодильником. А как мне это открыть? Оно не снимается. Просто я в тюрьме. Как заложник. И в чем этот пролог заключается? Что этот пролог мне дал? Я ничего не понимаю. Что разработчик хотел этим делом всем донести, непонятно. Ну что ж, тогда нам тут делать тогда больше нечего. Тут никто не нам, никто это ничего не откроет. И нам нужно тогда перемещаться обратно в свой подвал. Я не знаю, что это означает. Это как будто бы что-то еще может недоработано разработчиком. Может, в будущем как-то какое-то будет этому всему объяснение. Так, а мы тем временем переместились с вами в подвал. Мы тут с вами остановились на чем? На том, в принципе... Ой, дверь приоткрыта почему-то. Короче, мы тут остановились с вами на том, что я здесь полазил, посмотрел на эти все свечи, ничего толком полезного для себя не нашел, и спустился ниже, открыл тут замок вот этот вот. И мне, ребята, мне спасибо большое, конечно, что написали, что где-то здесь, возле этого пиканья, находится... Ой, тут голоса страшные. Где-то фонарь здесь находится, но я его не вижу. Где вы тут фонарь рассмотрели? Где вы нашли тут фонарь?
А вот он фонарь. Вот этот фонарь имелось в виду. О, нам с ним должно быть легче теперь. О, так это совсем меняет наши все дела. Благодаря этому фонарику, возможно, мы где-то найдем зонт. Возможно, было бы очень круто, если бы я нашел зонт, тогда бы я там на той крутилке-вертилке бы улетел туда, куда мне нужно. И, вернее, я и так там улетаю туда, куда мне нужно, и бы просто приземлился бы хорошо. Я на всякий пожарный, сейчас здесь еще раз все с фонариком уже качественней осмотрю, изучу. Тут был ключ, висел, по-моему. Я тут сейчас все качественней осмотрел, посмотрел, нигде зонта я не увидел. Так, с аппаратом ничего сделать этим нельзя. Этим искусственного дыхания или что это за аппарат, не знаю. Ой, голоса начинаются. Голоса. Так, теперь надо быть, опять-таки, внимательным, чтобы мы с вами ничего такого ценного не упустили. Важного. Ой, фонарь перестал работать. Где мой фонарь? Где работа моего фонаря? Он что, реально перестал работать? Только не говорите мне об этом. Что-то со светом не то, немножко что-то... Может, у меня не до конца прогрузилось все тени в этой игре, поэтому так работает он, мод. Но тут явно... Смотрите-ка, о, осветлело все. Значит, что мы можем? Туда полететь далеко-далеко. Но я помню, что я там постоянно ударялся, и у меня как бы игра заново начиналась. Попробуем тут обойти. Ай. Что происходит со светом в этом моде? Есть, я обошел. Краешком. Так, ориентируемся на свечи. Возможно, где-то здесь будет зонт. Это не точно. Там что-то есть или нет? Ломик. Опа, вот это уже интересненько. Ломик нам тоже должно быть пригодится. Так, винтушка. Вертушка — это та штукенция, которая отвечает за включение... собственно, вертушки. Так, думаем. Этот рубильник, по-моему, отвечает за включение вертушки. Тут со светом очень большая печаль. Ладно, я попробую сейчас лететь туда опять. Отключил вертушку. Мне бы зонт. А тогда я включил ее. Что-то меня так пыльнуло, куда-то я полетел. Значит, тогда это был какой-то баг, что меня прямо отсюда запустило. Наверное, это был баг. Ой, я свалился вниз, я забыл, что там дырка. Ай-яй-яй, но у меня хоть предметы мои останутся в руках. Так, зонтика я так и не нашел. Но зато у меня есть ломик. Я бы очень сильно хотел зонт найти. Может, где-то здесь все-таки он есть. Потому что я в темноте его не мог рассмотреть. Попробуем еще тут поискать в начале. Вдруг где-то зонтик стоит, лежит. Я бы хотел бы очень его найти, тогда бы все встало на свои места. Потому что я там пока что я там застрял, скажем прямо. Скажем так, как есть. А может, за этой дверью где-то зонт? Нету нигде никакой. Какого зонтика, к сожалению, ребят? Я все вроде бы в этой карте изучил досконально. Уже... Ой, тоже видно. Тут что, тоже проход, что ли? Да тоже был проход, я его не видел. Смотрите-ка, тут проход, оказывается. Я его не видел просто-напросто. Ничего себе. Ну, дают. Так, вертушка работает. И что мне теперь скажете делать? Прыгать на нее и ломиком махать. Или фонариком светить туда. А может, с этой стороны еще что-то есть? Какой-то проходик. А ну-ка, подождите. Тут, кажется, сужается, я там сейчас свалюсь, да? Ничего там нет. Зонтика нам не дают. Но лечу. Недолет и разбиваюсь. Возможно, здесь должно быть такое, очень плавный такой полет должен быть какого-то такого рода. Очень плавный полет, чтобы ты не ударялся прям там во что-то, какую-то преграду и разбивался. А чтобы ты плавненько, приплавненько там как-то приземлялся и не наносил себе никакого урона. Прыжок. Ой, на это что-то сильно я прыгнул. О, я нормально приземлился, слушайте, со второго раза. И у меня есть лом. Так, ну мы должны тут все изучить. Какие-то тут гробики, крестики. Кто там нарисован? Это же наш главный герой. По-моему, это главный герой. А здесь что? А здесь непонятно что. А тут что? Тут тоже на портрете как-то... А, это же дочка. А тут кто?
Это сын. Это сын, это дочка. Там главный герой с первой части, за которого мы играли, так? Так, а здесь кто? Это жена! Это жена! Ага, вся семья! А это не открывается? Я бы посмотрел. Пустая. Ключей нет никаких там. Так, ладно, у меня есть ломик. Я... Ух ты, йоу. А почему тут оно все в воздухе? Автомобиль, кресло. А, это, в это я все врезался. Об это я все бился. Написано hide here. Типа, прячься здесь? Или спрятано здесь? Как перевести правильно? Ладно, неважно, мы тут... Так, фонарь. Лучше фонарь возьму. По бокам могу пройти. Нет, тут невидимый коридор. По бокам стенки невидимые. Какой... Как... О, и подвисло. Это означает, что идет загрузка. Идет загрузка. Так, хорошо. Мы пока с вами подопьем немножко кофейку. Лайк поставим. Тихонько, чтобы никто не знал. Тихонько, чик-чик-чик, пошли вниз там. Пахнули, чтобы ролик продвигался в рекомендациях. Вот. И что, ну ждем с вами под загрузку. И если вы знаете какой-то мод крутой по Hello Neighbor, который вы хотели бы увидеть в моем исполнении, как я его прохожу, вы можете написать даже в комментариях его, посоветовать какой-то мне крутой мод, я его постараюсь найти. Может быть, получится его нормально загрузить. Видите, моды вроде загружаются, но не всегда корректно. Много там всяких каких-то непонятных ошибок. Долго довольно грузит. Очень долго. Ну, а если мод, короче... годный и он интересный, то, конечно, мы попробуем его загрузить. При успешной загрузке пройдем потихоньку. Хотя, честно говоря, сейчас я после этого мода, если я его пройду, я планирую записывать следующий мод Poison Secrets, по-моему, называется. О! Что-то произошло. Что-то щелкнуло. Тик-тик-тик-тик-тик. Какой-то будильник. Какой-то ойканье, черный-причерный экран. Давайте подергаем мышкой, я пока ничего не нажимаю. Черный экран. О, посветлело немного. Я подвигался. А, видимо, прогружалось. Compiling shaders. У меня идет загрузка шейдеров. И вам, наверное, экран не показывает. Так, паузу нажму. Отжимаю паузу. Там такая была у меня, короче, черный экран, и вам ее не было видно. Внизу писала полосочка Compiling Shaders. Compiling Shaders. Короче, это, я так понимаю, текстуры все подгрузились. И мы теперь с вами видим вот такую картинку. Мы оказались в каком-то чулане, что ли. И ничего не понимаю, что тут происходит. Сейчас будем разбираться. А, во-первых, тут есть что-то посмотреть нам. Нам бы какой-то фонарь было бы неплохо. Возьмем бинокль на всякий случай с собой. Лишним не будет. Какое-нибудь молоко, чтобы не загораживало. Лучше яблоко. Что-то мелкое, чтобы нам не загораживало сильно видимость. Так, что еще? Обыщем. Попробуем посмотреть здесь. Самую нижнюю полку хочу открыть. Есть раз. Есть два. Есть три. Есть четыре. Пусто. Это чтобы спрятаться. Понятно. Ну что, идем? Идем или не идем? Фонарика тут нет. Я не вижу фонарика. Фонарик тут отсутствует. Ну ладно, пойдемте на эту темноту. Ой, тут закрыто. И что это все значит? Извините меня за вопрос. Посмотрим в скважину. О, фонарик! Я нашел фонарик. Ну как нашел? Он там. Ну как это открыть? Тут ничего не видно. А чем мы можем подсветить? Свечу взять нельзя. О, свет! Я включил свет какой-то. О! О! Нам нужен какой-то ключ, значит, да? Может, в ящике почтовом? Нет, ничего. А, нет, какой-то ключ. Как понять, ключ нам нужен? А может, мы как-то через верх должны туда проникнуть? А как мы туда построить должны проход? Мусорное ведро поставлю сейчас, попробую. Я куда-то наверх подпрыгиваю. Не знаю, ребята, что происходит, как туда выбраться? Замуровали демоны! Демоны замуровали! Бумц. Дверь закрыта? Я не понимаю. Есть еще коробка такая. Ставим ее сверху. Ой, что-то оно все конфликтует друг с дружкой. Прыгает туда-сюда. Так, есть еще что-то. А, вот коробки есть. Много коробок причем. Прилично коробок. Лампочка. Такая коробка. Урна. Но может все-таки тут что-то было? Я не заметил. Не, ну там нету никакого замка. Ничего нету. То есть ключ тут, наверное, как бы не нужен. Там бы, по идее, должен был быть замок, если бы там что-то с этого рода
Что-то в этом роде что надо было сделать. А может, здесь что-то за картинами? И тут что-то картина есть какая-то. Здесь какая-то картина. Ничего за картинами я не нашел. Включатель нашел. Ой, разбил что-то. Картину еще одну снял. Я не понимаю, что тут делать. Моя не понимать. Моя не понимать, как тут дальше проходить. Она просто закрыта. Я могу туда смотреть. И тут сверху дерево. То есть мы там, наверное, никак не попадем через низ. Ковер может тут забрать. Как-то ковер. Да нет, вроде бы. Может, где-то тут есть какая-то дырка, но вроде бы нет. Шкафчик. Какой-то тут должен быть вариант решения этого, этой всей ситуации. Лампочка. О! Нет, обратно верни. Верни лампочку обратно. Темно и так тут. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Так, а ну-ка наверх запрыгну. Тут потолок. Потолок, потолок, потолок. И здесь получается... Так, это что у нас? Яблоко. Не нужно нам яблоко. Попробуем освободить. Что за часы? Включатель всего лишь один есть. Раз коробка, два коробка, три коробка, допустим. Я тут напрочь застрял. Так, хорошо, тут меня закрыли, слушай. Никаких ни рычагов, ничего. Может, там какой-то есть проход через потолок? Не уверен. Раз... Ой, коробки конфликтуют. Коробки буянят. Так, встанем. Во что-то я врезаюсь, по-моему. В стульчик уберем его. Подальше. Пробуем здесь построить что-то сейчас. Так, раз. Два. Три. Вот я так высоко стал. Я бьюсь головой об стенку. Или что я там бьюсь? Я... Плохо, что тут какого-то фонарика у меня нет, чтобы там подсмотреть. Как тебе открыть дверь? Что мешает мне ее открыть? Может, с той стороны замок? Как мне тогда с той стороны что-то применить? Не знаю, не знаю, не знаю. Снотворное. Пилюльки. Пилюльки в виде снотворного. Так. Отключил свет. Свечки. Много свечей. Что, какой тут, какая тут идея в этом всем? Какая тут может быть идея? Радио. Включил радио. А можно радио включить? Привлечь внимание. Так, свет я отключил. Включаем обратно. Привлекаем чье-то внимание с помощью радио. Спасите! Помогите! О, сосед пришел! С помощью радио привлек его. Еее, я на свободе! Прячемся. Шкафчик, прячемся. Я привлек внимание его с помощью радио! Прикол! Он открыл с той стороны дверь мне. Он пришел. Но прикол в том, что он не может пробраться, потому что я там ящиком наставил. Мне, наверное, одно радио бы хватило бы включить. Так, открываем. Он там скачет как сумасшедший. Так, радио. А где второе? Он там скачет. Где-то второе радио разговаривает. Да ё-моё, куда оно делось? Где? А, вот тут где-то, нет? Нет, я их оба туда поставил. Было красное и синее. Радио. Его не вижу. Оно, видимо, когда он дверь открыл, оно куда-то улетело, видимо, куда-то. Где оно? Вы видите? Я не вижу. Радио, да господи, замолчи ты уже. Ты отключил. А, вот оно. Фу. Все, отключил. Посмотрим скважину. А, он где-то здесь. Так, коробку берем. Радио поставим сюда. Прячемся. На всякий пожарный. Нет, не надо. По-моему, там где-то залагал. Включаем. Открываем. Он где-то здесь? Подпрыгивает? Вот он. С ума сойти.
Я отключил свет. Включил свет. Вот он там танцует. Так, ладно, это нам на руку только. Фонарик вон там. Я пошел от тебя, короче. Наверх. Ты там себе танцуй. А я пошел наверх тут изучать, что тут у тебя есть интересного. Так. О, магнит! Забираю. Такие дела нам нужны. Холодильник. Я ему там телевизор включил, пускай там подпрыгивает себе. О, тут нам надо открыть это, что ли? Ну, надо гаечный ключ. Так, идем дальше. Ха-ха-ха. Радио. Я так долго там тупил, не мог догадаться. Отключил. Включил. Так, а это что за дверь? Открыто, кстати. Ой, там какие-то камни страшные. А здесь что? Какой-то коридор длинный. Давайте пойдем к камням вначале. Какая-то шахта, слушайте, реально. О, медведь! Ничего себе, я нашел медведя. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, какой красивый медведь. А что у нас тут? Здоровенный медведь, боже ты мой. Какой он большой, прибольшой. Попрыгаем по нему. Так, я медведя, по-моему, еще в игре не встречал. Еще один телевизор. Вот тут прям какое-то у него ложе. Ложе, я бы сказал. Тут все так как заставлено, закидано. Даже нельзя подобрать. А для чего мы здесь? Наверняка не просто так, а чтобы что-то найти. О, ключ! Я был прав, мы тут не просто так. Я нашел ключик. Опа. Опля. Ключ, который... А что это за камни такие огромные? Почему они здесь? Так, я, кажется, нашел включатель. Почему бы нам попытаться его дернуть вот здесь и не включить? Или я, наоборот, отключил свет? Я не могу пока что понять. По-моему, отключил этот свет, да? А ну-ка, еще раз включу. Да, но свет очень тусклый, но как бы на безрыбье и рак рыба. Так, идем сюда. Ой, тут какой-то этот самый обстрел идет. Карта, которую нельзя снять. Что тут за обстрел такой? Она меня будет бить? О, да-да-да-да, массаж спины. Мишень, о, мишень. Ты. Кто-то мне говорил, помню, писал в коммент, что нужно, чтобы ялка попала в мишень, что-то произойдет. Так, по-моему, такой механики в Hello Neighbor нету, что типа активируются какие-то механизмы. Так, я отсюда пришел, тут есть дверь, запомнили. Идем тут поизучаем, что здесь. О, какие-то разрушенные механизмы. Слушайте, вентиль. Вентиль какой-то. Какой-то вентиль, привентиль. Тут что-то какое-то, непонятное все. Ну тут вроде ничего нету ценного, да? Никаких предметов. Ключ я один нашел, пока не знаю, где его применить, но нашел. Будем присматриваться. Кстати, насчет ключа. Вот он, значит, мой ключ. И какого он цвета, хотя бы понять бы. Он какой-то такой голубоватый, такой, или... Нет, ну, голубого цвета. Тут так свет странно падает. Уже здесь лучше рассмотреть будет его. Нет, тут мы не поймем, какого цвета этот ключ. Давайте откроем эту дверь. Посмотрим, что у нас дальше ждет. Так, ток-ток-ток-ток-ток. Ток-ток-ток. А что тут подозрительное что-то? Какая-то комнатка. Типа туалет так огорожен. Можно включить. Тут в туалете пусто. Но воду можем включить, чтобы отвлекать соседа. Звук, чтобы отвлекал его. И чтобы, если что, он думал, что там никто не шумит. Это всего лишь вода течет. Так, что здесь? Большая комната с одной какой-то дверью подозрительной. Закрытой, между прочим. И непонятно, куда ведущей. Там, наверное, что-то ее как-то там замком прикрыто. Так, тут мы ничего не сделаем. Подсветка в виде телевизора. Решетка. О, рычаг. А, нет, это такой не настоящий рычаг. Emergency Rod Point. Как это перевести? Emergency. Может, Energy Point. Не понимаю, что это означает. Какой-то непонятный, либо неизвестные мне слова, либо... Непонятный язык для меня. Так, холодильник. Пустой. Котел работает вовсю. И на всякий случай все шкафчики должен осмотреть. Какой-то ключик будет. Так, о, это же не мой случайно ключ туда подходит? О, мой. Отлично. Значит, что у нас тут? Решетка нас не пускает. Тут есть дверь. Да, мы можем, в принципе, пройти. Так, ломик. Заметил. Свет. Отключил. Включил. Так, хорошо. Ключ мы использовали. У нас появился лом на гвозде. Забираем. Давайте попробуем. Кто-то стучался? Я не могу эти железные... Кто-то стучится! Кто там?
Ничего не видно, темнота. Кто-то в дверь стучится. Я хочу вас спасти, или не хочу? Ага, ага, ух ты, да, я такого еще не видел. Таких защелок я еще не видел. Чтобы такие железные штуки были с замками. Нам надо найти 3 ключа здесь. Ого, здесь тоже что-то такое накрученное, намученное. Так, это я хотя бы могу убрать в сторону. Кресло. Тут хотя бы я могу гвозди отковырять, наверное. А, зря я лампу убрал оттуда. Надо лампу вернуть. Там она как подсветка хорошо мне работала. Так, ломик, а ну-ка. Нет, это нельзя снять. Это нельзя отсоединить эти гвозди. Я думал, что можно. И зачем тогда мы здесь? Ой, рычаг какой-то есть. Я туда не могу пролезть, но я что-то активировал с помощью этого рычага, да? Интересно. То есть мы сюда пришли, по сути, чтобы эту дверь увидеть, наверное, финальную. Боже, как там стучится кто-то, она хочет на свободу. Нам нужно найти 3 ключа, чтобы эту дверь открыть. Да хватит стучаться, вы меня не пугаете. Такой стук, бом-бом-бом. Так, цветы растут. И что, где? Что произошло? Нам надо где-то ключи находить, 3 штуки причем. А где я должен их найти, эти ключи? Вот здесь, допустим, непонятно. Капец какой-то. Где эти ключи искать? Куда мне возвращаться? Тут закрыто. Куда я мог еще пойти? Ну там был, кажется, еще какой-то проход. Где-то есть ключи, ребята. Надо искать. Тут, по-моему, я ничего не видел. Хоть бы я нигде никакой ключ не пропустил. Это будет фиаско, братан. Это будет фиаско, если я где-то ключ проморгал. Ну вдруг, если вы более глазастые, я где-то пропустил ключ, подсказывайте мне, пожалуйста. Потому что у нас еще осталось совсем мало времени до конца видео. Так, я на всякий случай уже и за картинами буду проверять. Так, мы вернулись к этим камням. Так, мы вернулись к этим камням. Мы вернулись почти на самое начало, правильно я понимаю? Так, подождите-ка, подождите-ка. Ага, вот туда я пришел, тут я посмотрел немного, посмотрел, пооткрывал, поизучал. Тут что-то вот надо будет открыть тоже, гвозди. Тоже замок какой-то. Господи, замок на замке. А, тут ключей нету, но ломик у меня есть, это хорошо. Вот здесь, по-моему, я не гулял, тут я еще не лазил по этому коридору. Ну что ж, давайте присматриваться, осматриваться. Прикольно, мне повезло то, в том, что сосед меня не тревожит. Он там где-то прыгает себе. Какая-то дверь загадочная, что за нею? Ой, тут что-то есть. Что-то есть, но она не открывается. Может, с другой стороны нам получится ее открыть потом. Так, что у нас тут? Книги, диванчик. Диванчик, посмотрим с дивана. Может быть, ключ на полке. А почему тут такие, как будто бы паркурные полки непонятные? Ладно, идем дальше. Опа! Подождите, подождите. Подождите. Есть тут какой-то кабель загадочный. Плакаты вон тут висят. Есть дверь. Закрыто. А если я посмотрю в скважину? Ой, там что-то ничего не понятно. Так, идем сюда. Куда-то ведет кабель. Так, куда-то. Маленький холодильник. Раз. Два. Может быть, где-то здесь ключ заморожен? Как вам такая мысля? Может быть такое? Я ключа не вижу, вы видите? Я не вижу, пусто вроде бы. Так, тут что у нас? Какой-то рычаг. Тут была решетка, что ли? Я ее открыл? Может быть такое, что я открыл решетку? Я не знаю, но я какой-то рычаг дергал, и он кабель утянулся. Что-то такое? Это отключает или включает? Надеюсь, включает. Или отключает. Так, не знаю. Пока туда я не пошел. Я хочу узнать, куда этот кабель ведет. Плакаты, плакаты. О, точно! Вот оно что, видите? О, какой-то рычажок. А нет, это не настоящий. Нет, настоящий. И что написано? Enemy Rod. О, подождите-ка. Rod Payen. Тоже такая надпись там была. Неужели там открылась? Там где-то была такая надпись у меня. Там где-то на такой двери уже была надпись. И что, мы там открыли какую-то решетку? Я надеюсь на это. Я не уверен в этом, но я на это надеюсь. Нам нужно это проверить или не нужно это проверять? Мы успеем это быстро проверить? Я знаю, что я сейчас бегу, по сути, обратно. Прекрасно это понимаю. Очень прекрасно. Очень-при-очень прекрасно понимаю, но я хочу проверить. Я хочу убедиться. Вот, я думал, что здесь поднимется это, вот. Из-за того, что я там дернул тут рычаг. А ничего не поднялось. Почему-то не поднялось. Может быть, из-за того, что я электричество отключил?
вырубил электро. Тут очень такой подвал крупный, очень головоломчатый такой подвал. Ничего не понятно, ничего не понятно. Может из-за этого? О! Что-то открылось, какая-то решетка помогла. Я слышал звук. Если вы тоже слышали, то хорошо. Если нет, то я вам скажу так. Слышно было, как поднялась какая-то решетка. Надеюсь, что это вот. Да! Да-д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 а. Я был... Ключ! Магнит! Зеленый ключ. А мы такой ключ можем где-нибудь применить? Уже у нас тут имея наши... Подождите, кто-то не в ту сторону пошел. А где у нас тут проход? О, вот он. У меня тут есть какие-то вот эти вот. По-моему, этот ключ... Слушайте, тут подвал огромный. По сравнению с тем, который мы... Да хватит стучать! По сравнению с тем подвалом, который у меня уже был, этот подвал намного крупнее, правда же? Так, хорошо. Тогда что мы с вами делаем? Играем дальше? Или забиваем болт? Наверное, надо остановиться, потому что полчасика прошло. Много прошли. Много интересного было нами пройдено. Увидено. Господи, мы увидели много интересного. Много прошли. И увидимся в следующем видосе. Это была игра. Hello, neighbor. Привет, сосед. Мод. Hello, Patterson. Все. Всем пока-пока.